Уступная кампанія 2016 почалася. У країні проходить регістрація на централізоване тестування. У Могильовській області зареєструватися можна у 7 навчальних установах. Традиційно саме велика нагрузка припадає на білорусько-російський університет. У первые дни на регистрации не шматлюдно. За день у Белорусско-Российском университете проходит около 300 человек. В армии был подготовлен, чтобы готовиться во время службы. Заполнял анкеты, тестирование. Ну, пытался там, в общем, сами силами. Ну, я собираюсь на электропривод поступать. Вот. Ну, сдавать буду русский, математику, физику. Родители сказали прийти, сразу заранее все сделать. Вот. Я здесь. Плыни абитуриента он расте ближе до конца мая. Як показывая практика, у початку идут у основном сёлетние выпускники, поздней подтягнутся будущие завочники. В этом году выпускников, так же, как и в прошлом году, около 6 тысяч. Я имею в виду выпускников общеобразовательных, средних школ, лицеев, гимназий. То есть мы ожидаем количество абитуриентов не ниже прошлого года. Летость у БРУ выдали 13 тысяч пропусков. У Держуниверситете имя Куляшова и Университете харчавання приклана по 6 тысяч. Процедура оформления займая каля полгодины с уликом оплаты и раздруковки пропусков. Мы вводим все его данные в систему, после чего распечатываем ему лицевой счет. С этим лицевым счетом он может обратиться в ближайшее отделение банка. Также может оплатить через мобильный банк или через инфокиоск. Инфокиоск есть у нас в университете на первом этаже. С оплаченной квитанцией он приходит к нам. В системе уже видно, что он все оплатил, после чего мы распечатываем ему пропуск. У Могильові зареєструватися на централізоване тестування можна у Білорусько-Російському університеті, Державному університеті ім'я Куляшова і університеті харчування. У Бабруську – у філіалі Білоруського державного економічного університету і Державтотранспортним коледжі. У Горках реєструють у Білоруської державної сільгасакадемії, у Клімовичах – у аграрним коледжі. Нагадаємо, тестування пройде з 13 по 27 червня. Тетяна Дмитрієва, Олександр Артем'єв. Новини регіон.